Мало того, здесь есть вот такая штука, местный кинотеатр. Да, да, друзья, не удивляйтесь, здесь вот кино показывают. Ну, в определенное время. А так вот здесь можно полежать, расслабиться. 40 градусов здесь всего. Какая она. Кинотеатр мини. Вот так, друзья, даже вот такое здесь есть. Чудо-чудное, диво-дивное. А, как вам? Пишите в комментарии. Хотели бы в такое кино сходить? Всем привет, друзья. Мы сегодня находимся в Баден-Баден. Уф, мы тут уже 2 часа купаемся. Здесь, ребята, классно. Бани парные. Здесь еще ездят такие гостиницы. Давайте сейчас подробненько так пройдемся, немножко вам покажу, что здесь к чему. Вообще классно. И соленый бассейн есть, вот как в море, тут соль Красного моря. И есть соляная парная. Огромный, красивый, блин, обалденное место такое в Екатеринбурге мы открыли. Нам здесь... Ну, давайте все по порядку. Вот здесь домики. Здесь можно взять гостиничный номер, бассейны, бары, лежаки. Даже есть горка. Ну, то есть аквапарк, мини-аквапарк, песочница для детей. Это только начало, друзья, это только начало. Здесь очень хорошо оборудованные бассейны, просто замечательные. И он большой, большие сауны. Это различные джакузи. О, холодненькая водичка. Друзья, после такого отдыха у меня возникает вопрос. Знаете, вот в центре города мы получаем просто уровень 5-звездочного отеля, грубо говоря, да? То есть номер, да, гостиничный. Сюда же входит вот это спа. Завтрак входит. И давайте посмотрим, какие здесь бани. Здесь еще мало того есть. Соленый бассейн с морской водой, как я уже говорил. Правда, он небольшой, конечно, такой. Но очень приятный. Прям водичка солененькая. Как в море искупался. Кстати, вот здесь песчаный пляж, вот как я вам показывал. После песчаного-то пляжа ноги обмыть обязательно. Здесь можно посидеть под навесом, под елками. Бар здесь, разливайка, пиво взять и так далее, напиточки разные. И вот здесь проходим сразу соленый у нас бассейн. Вот так вот у нас здесь находится. Он и небольшой, но при этом здесь соленая вода с Красного моря. Всякие бурбуляторы и так далее, и так далее. А самое классное место я вам покажу уже ближе к концу ролика. Здесь вообще классно находиться, но есть прям такое место, оно немножко в отдаленности находится, поэтому не все о нем знают. Здесь идут парные, вот булочная, там пахнет булками. Морской бассейн там, туда-сюда. Здесь, кстати, бассейн с бурбуляторами общий. Здесь можно поплавать и делать гидромассаж себе. Кровяная сауна. И вот это все идут сауны, сауны у нас и так далее, вот все идут сауны. Они огромные, друзья, огромные. Вот мне в паровой нравится, паровой у нас сейчас закрыта. Есть другая, в которой вот прям хамам. Вот прям хамам, прям хамам. Балдежный бассейн, кофейная сауна. Опять очередной бар, где можно взять напитки. Конечно же, пул-бар при бассейне, где можно плавать и взять себе тоже напитки. Здесь коктейли намешивают. Вот, можете посмотреть, какая здесь коктейльная карта на 100-500. А вид плавать вы просто не представляете, какое здесь удовольствие. Размеры парных удивляют. Они все большие. Здесь есть чем заняться. Вот я говорю, мы здесь уже 2 часа, и еще не все парные прошли. Потому что на каждую так по 10-15 минут, плюс бассейны и так далее. Ну и куда же без русской бани, да, друзья? Русская баня, естественно, ледяная купель при ней. Деревянная банька и купель с ледяной водой. Сейчас проверим температуру воды. Она еще с подсветкой. Ну, такая холодненькая, да, приятная. Такое разнообразие саун, да, друзья? А вот здесь находится такая, не совсем популярная, но сейчас покажу. Достаточно не всем... Не все знают об этой замечательной парной. Вот я поднимаюсь по такой лесенке чудесненьке. И это так называемая зона релакса. Но на самом деле здесь не только зона релакса, а также здесь сделаны, помимо лежаков, вот этих приятных,
Ну, здесь людей не очень много, сюда не все поднимают, все предпочитают вот там плавать. Хотя здесь тоже вот на таких приятных диванах полежать, почитать. Или, например, в телефоне позависать, да? А я хотел вам показать, надо пройти в другую сторону. Ого, там видно, закончилась какая-то программа. Только, друзья, он сказал, что здесь в этой сауне людей немного. Оказалось, там проходила какая-то тематическая штука. Называется вот она, панорамная сауна. Вид, если честно, здесь отличнейший. Ничем не хуже, чем в а-ля Высоцком. Здесь тепло и вот такой прекрасный вид. Вы посмотрите, размеры сауны, да? Ого, они тут с какими-то ароматами масел. Вот это моя самая любимая сауна здесь. Парная, вернее, она большая. И вот такой панорамный вид здесь классный. И музычка. Ну и, конечно же, вид на Уральский лес. Смотрите, как здесь зимой. Но мы обязательно сходим сюда зимой. Называется вот Баден-Баден термы. Уктус. А обязательно сюда еще зимой приедем. Тоже вам покажем. Да, друзья, мы сюда не просто так пришли покупаться. Сегодня еще заодно сразу и день рождения мое отмечаем. Совместили два в одном. К тому же здесь, когда день рождения именинников, здесь скидка 10%. Как на вход для всех гостей. То есть я именинник, со мной пришли гости. Соответственно, они тоже идут со скидкой 10%. И еще скидкой найду. Что меня и подкупило. Мы выбирали из нескольких мест, куда пойти отметить день рождения. Кстати, принимаются поздравления. Можете написать в комментарии, меня поздравить. Да, скромный. Ну так вот. И выбирали между... Кстати, еще покажу тоже одно интересное место уже в одном из следующих выпусков. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Это будет такой дислайнер небольшой. Это единственный бассейн на крыше небоскреба. Единственный такой северный в мире. И в России единственный вообще. И в мире единственный такой северный. Ну, давайте все в следующих выпусках посмотрим. А сейчас, если выпуск вам понравился, поставьте лайк, поддержите канал. Если не подписаны, как я говорил уже, подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. И до встречи в следующем выпуске.